В спортивном зале 26-й средней школы Махачкалы прошли чемпионаты первенства Дагестана по кикбоксингу в разделе «Лайт Контакт». Обладатели 62 комплектов наград определили более 300 участников. Подробности в сюжете Дана Шугом. Дебют на первых официальных соревнованиях 2018 года для ученика 3 класса 30-й школы Саида Нажуева получился успешным. Воспитанник спортивной школы по единоборствам имени Насыра Гаджиханова и подопечный тренера Магомед Карима Арсланбекова в весовой категории до 33 килограммов дошел до финала и стал обладателем серебряной медали. Мне 9 лет, и я занимаюсь 3 месяца. Я первый бой провел с Махачкалинским, а другом с Левашинским. Как утверждают специалисты, раздел кикбоксинга «Лайт Контакт» популярность обрел во всем мире. Ведь он менее травмоопасен и более техничный. А чемпионаты и первенства Дагестана проводятся с 2011 года. Особенность данного раздела заключается в том, что он более близкий в плане работы к такому виду спорта, как тэквондо. В чем заключается? А именно работа фехтовая ногами. Среди победителей есть спортсмены спортивных школ Махачкалы, Хасаюрта, Буйнакска, а также из селения Леваши и Тарумовского района. По итогам турнира наставники сформируют сборную Дагестана для участия в соревнованиях СКФО. Дан Шугом, Руслан Гаджиев, Расул Дебиров. Время новостей.